Добрый день, дорогие друзья! В сегодняшнем видео я снова украшаю торт белково-заварным кремом. Делаю цветы розы и гортензии. Украшаю торт на юбилей для женщины. Буквы делаю из мастики. Все ссылочки на приготовление торта и на приготовление белково-заварного крема я оставлю ниже в описании. Всем приятного просмотра! Торт я уже покрыла кремом. Взяла затем губку чистую, намочила в кипятке и похлопывающими движениями сделала такой небольшой рисунок на торте. Затем шпателем сделала квадратик. Покрасила крем в желтый цвет. Взяла насадку номер 98 и делаю такие вот как борчики, выделяю квадрат на торте. Не спеша, аккуратно, чтобы была прямая линия. Как выровнять торт, у меня тоже есть видео, я ссылочку оставлю в описании. Торт я уже убрала в холодильник, теперь буду делать цветы. Начнем с гортензии. Я взяла насадку для наполнения эклеров, вставила в него вафельный конус и вафельный конус заполнила кремом белым. Сделала такой бы как небольшой шарик. Затем взяла насадку номер 104 «Маленькая роза». Взяла тот же самый желтый крем, которым делала линии на торте. И делаю такие листочки обманки по всей поверхности шарика. Затем выдавливаю небольшое количество крема на листики обманки. И делаю вот такой вот цветочек, 4 лепесточка. Так делаю по очень всей удобно использовать такую вот насадку листиков, для эклеров, да? Чтобы у нас такой вставляешь получился конус цветок. И никогда не выпадет конус с этой насадки. Он как раз подходит для нее, и можно крутить цветок в разные стороны. Он не сползает, не деформируется. Очень удобно. Советую и вам так делать. Таким способом, как я делаю, получается очень воздушная гортензия. Можно также делать и без обманки лепесточков. Ну, тогда она будет не такая воздушная. Когда сделали все цветочки на гортензии, берем сухой краситель-распылитель. Я взяла опять же желтого цвета и опыляю весь цветок. Тогда у нас получается такой яркий, красивый. Серединки я делать буду позже, уже на торте. Также я делаю маленькие гортензии. Я обрезала вафельный конус наполовину. И делаю вот такие вот совсем маленькие гортензии, уже без обманок листочков. Сделала вот, надула шарик небольшой и сразу же делаю цветочки, четырехлистники, да. И она получается, ну, буквально там 1-2 рядка. И такие маленькие они получаются. В конце опять же распылителем я окрашиваю еще цветок, чтобы они были все одинакового цвета. Вот такая маленькая гортензия у меня получилась. Далее делаю розы. Вафельный конус одела на держатель для конусов. Крем окрашивала фиолетовый цвет. Насадка у меня большая роза. Она, к сожалению, у меня без номера. На выходе она 3 сантиметра. Накручиваю серединку, затем делаю 3 лепесточка. И в шахматном порядке делаю остальные лепесточки. Сразу делаю раскрытую розу.
конце также окрашиваю сухим красителем-распылителем фиолетового цвета. Такие получаются яркие, эффектные розы у меня. Цветы я уже подготовила, но я еще буду доделывать цветы. Мне не хватило для полной композиции. Сделала 5 роз и 4 гортензии. В дальнейшем еще это делать буду. Делаю возвышенность небольшую и укладываю цветы на угол. Начинаю с гортензии. Чем хорошо, когда делаешь цветы на конусах, их очень хорошо перемещать с места на место. Также, если я цветок положила и мне не понравилось, как он лежит, я его могу передвинуть или вообще убрать. Положила сначала гортензию, потом рядом выкладываю розы. Сзади заполняю тоже гортензиями и розу вставляю. Первые цветы выложила, дальше я примеряю, какой цветок подходит в то или другое место. Что-то, если мне не нравится, вот как маленькая гортензия, там она была не к месту, я ее убрала, переместила на другое место. Примеряю опять же, куда можно положить тот или иной цветок. Затем я увидела, что по низу я не сделала бордюр. Взяла ту же самую насадку, которую сверху делала бордюрчик. И делаю по низу бордюр. Далее выкладываю цветы уже на подложку. Сначала гортензию, посередине розу и опять гортензию. Я посмотрела, мне цветов не хватает, тут же я сразу делаю небольшую гортензию, даже уже без конуса. И смотрите, как отличается у нас цвет. Без распылителя такая бледненькая, бледненький цветочек получается. Когда распылителем окрашиваешь дополнительно, получаются такие яркие, красивые цветы. Далее я заполняю композицию листочками. Взяла насадку номер 70, крем окрашивала в зеленый цвет, и теперь везде, где я считаю нужным, добавляю листву. Также я еще использовала насадку номер 67, маленький листочек. Здесь я уже поменяла насадку на маленький листочек и дополнительно еще делаю маленькие листочки, где считаю нужным. Я всегда одеваю переходник на пакетик, так мне удобнее работать, так я могу в любой момент поменять насадку.
Далее я беру сахарные бусины и круглые бусины вставляю в серединке гортензии. О чем я вам и говорила, что в дальнейшем я буду делать серединки. Уже на сам торт, там, где я вижу, что хорошо выделен цветочек, вставляю маленькую сахарную бусину. Так делаю по всему торту. Теперь я буду выкладывать буквы и цифры на торт. Сначала выкладываю цифры. Цифры и буквы я делала из мастики, окрашивала фиолетовым цветом, затем немного покрывала серебристым кондурином. Выкладываю аккуратно все буквы. Как я делаю такие буквы, ссылочку оставлю я в описании. На данном этапе я посчитала, сколько у меня цветов на торте, и оказалось четное количество цветов. Я никогда не выкладываю четное количество цветов на торт, поэтому я сбоку, вот так в уголку, поставила еще одну розу. Добавляю листочки. Здесь у меня неудачно получился листочек. Я его ножницами аккуратно убираю. И поверх делаю аккуратненький маленький листочек. Далее беру серебристый кондурин и опыляю все цветы серебристым кондурином. Вот так в этот раз у меня получилось украсить торт. Надеюсь, вам понравилось. Сейчас я покажу вам поближе, какой у меня торт. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу. До новых встреч!